Всем привет, всем большой привет, доброе утро. Утро сегодня добрым стало не для всех, к сожалению. Вы знаете, наверное, социальные сети и, в принципе, вот такие все ресурсы, они очень заразные. И YouTube я решила тоже попробовать уже после того, как это начали пробовать, назовем так, мои знакомые. Вот, и энтузиазмом зараженных им я тоже начала вести такой свой мини-блог. И раньше правила были совсем другие, когда мы увлеклись этим делом, нашим хостингом, Ютубом, и когда мы начали вникать во все правила. Правила звучали так, что надо набрать 10 тысяч просмотров, и тогда можно будет подключиться к AdSense. Вот, и получается, моего знакомого эта цифра набралась меньше, чем за месяц, и он подал заявление на рассмотрение. По подписчикам, я не помню, кажется, было или 100, или 300, но как бы все эти правила выполнялись. Заявка была отправлена 4 января, и сегодня утром, 18 января, пришел ответ из AdSense, что правила сегодняшнего дня пересмотрены, что он не подходит под новые правила и что теперь действуют новые правила, и когда он будет соответствовать этим новым правилам, тогда его заявка вообще будет рассмотрена. И так, какие правила сейчас стали? Сейчас стали правила, это 4000 часов просмотров. Раньше было 10 тысяч просмотров, а сейчас 4000 часов просмотров надо. И не менее 1000 подписчиков. Вот такие новые правила, начинают все больше и больше отсеивать, видимо, какие-то мелкие всякие каналы, и, как я поняла, я просмотрела правила с утра, когда узнала эту новость, что вроде как для них есть какой-то льготный период до 20 февраля, но если они не набирают это число, то тогда они получают, они не будут льготно просмотрены, а будут рассматриваться также на общих основаниях. Вот такое утро доброе. Ну, Google, конечно, это понятное дело, что сейчас очень много каналов, все хотят на YouTube, так сказать, в телек. Кто-то ради денег, ради наживы, как бы тут каждый преследует свои какие-то интересы. И YouTube, понятное дело, что все ужесточает правила, поскольку вот буквально в апреле были изменены правила, получается, сейчас январь, опять правила все эти меняются. Ну, вот такие вот новости, поэтому всех, у кого еще маленькие каналы, нам еще расти и расти, догонять все эти большие, ну, конкуренция, как бы, наоборот, должна подстегивать. Поэтому вот такие утренние новости, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока!